Вот такой вот. Красивый. Зелено-желто-черный. Вот таким вот красивым желтым рисунком. Вот. У него передние такие короткие лапы. Вот. Тут такая сделано, что вот так вот. У него вот такая вот голова вот. Чуванда, поэтому ее плохо видно, но она вот такая вот сделана специально. Вот у него вот такой вот, глаз. Вот у него вот такая вот, такой вот рот. Вот такой вот глаз вот. Я не знал, как черный цвет вообще показать оригинально, но вот так вот есть вот. Окраска у него вот с этой стороны вот. Такая, вот тут он такой зеленый, вот тут как бы он не мокрый, нет, он просто тут такого зеленоватого цвета сделан. Ну, он так сделан, вот. Вот. Чтобы посмотреть, вот тут у него вот такие штуки. Я не знаю, как оно правильно называется, вот. Но вот тут вот есть нижний. Лапы, вот, так вот, смотрятся, вот. Вот так вот смотрятся лапы, вот. Вот такой вот оригинальный красавец. Вот такой вот оригинальный красавец. Собственно, выходит у нас вот тут, вот сейчас. Стоять он не может, потому что две лапы так сделаны, что он не может стоять, поэтому он падает вот. Поэтому вот, ну да, где он так, а потом он так вот, вот так вот бежит вот. Тут побежал вот. Поэтому вот, его оригинальность вот такая вот. Значит, хвост будет придерживать, ну, в принципе. Он может стать, но это очень сложно сделать. И лучше всего не портить его, чтобы он стоял. Пускай он так может, так и делает. Но что если себе приминать хвост, то хвост может сломаться. И просто вместо того, чтобы его держать, отломается хвост. Поэтому этого делать не стоит. Сам он вот такой вот. Ну, красивый, да. Если кому не надо, то просто... Кому-то не надо вот такие вот животные, а не потому, что он некрасивый.